Провести 6 отчетных концертов за выходные – не проблема для воспитанников уфимской хореографической студии «Baby Dance» и их преподавателей. 3 и 4 июня на сцену городского дворца культуры вышли более 2000 юных танцоров. Летний концерт – это отчетный концерт для родителей, в течение которого мы показываем всю нашу проделанную работу за год, особенно детей, которые пришли с сентября. Есть, конечно, детишки, которые пришли совсем недавно, мы тоже их выпускаем обязательно на сцену, попробовать, понять, что это такое. Они с удовольствием ждут этого момента. Самым юным выступающим недавно исполнилось 2,5 года, а самым взрослым уже 13 лет. Опытные педагоги студии ставят номера для детей, исходя из их возраста и уровня подготовки. Далее следуют месяцы репетиций, подготовка костюмов и декораций. Мы очень усердно готовились, сезон был насыщенный, как и у всех педагогов в целом. С таким трепетом ждем все эти концерты, всегда, каждый раз, каждый сезон, как в первый. Самое главное – это подарить хорошее настроение зрителям. Хореографическая студия «Baby Dance» совместно с театром танца «Крылья» каждый год экспериментирует с форматом отчетных концертов. В этот раз зрители смогли окунуться в море танцев, став участниками настоящего круиза. Сцена ГДК превратилась в палубу теплохода, на которой танцоры представляли свои номера. Я уже здесь, а это значит, что уже можно отправляться. Ну что ж, раз больше никого не ждем, капитан, отплываем! За кулисами царит волнение. Именно там танцоры готовятся к выходу, получают финальные советы от наставников и выглядывают за занавес в поиске знакомых зрителей. Те переживают не меньше, но вскоре волнение заглушается громкими аплодисментами, полными гордости. Студия танцев «Baby Dance» насчитывает более 20 филиалов по всему городу. Программа обучения включает в себя разные направления. Помогает поработать с техникой и гибкостью, раскрыть потенциал ее воспитанников. Многие ребята занимаются в студии уже более 10 лет. И за это время становятся участниками всероссийских фестивалей и конкурсов. На танцы мы ходим с 3 лет. Когда мы только пришли, нам было довольно трудно, но сейчас мы можем многое. Мы часто выступаем в разных конкурсах, на выездных, как и в нашем городе, так и в разных городах, и получаем хорошие результаты. Последний наш выезд был на полуфинал конкурса «Яй» в городе Казань. И один из жюри был Егор Дружинин. Как признаются сами ребята, с каждым концертом выход на сцену дается все легче и легче, несмотря на легкое волнение перед выступлением. Интерес к танцам растет с каждым занятием, но воспитанники студии любят их за что-то свое. Я у мамы попросила, чтобы я занималась танцами. Растяжка прикольная, например, колесо переворота очень прикольно делать. Когда нету музыки, я все время, там, когда на телеке есть музыка, я все время почему-то танцую. Танцы в студии не заканчиваются даже с приходом лета. Занятия в «Baby Dance» продолжаются, и присоединиться к ним могут все желающие. Ведь «Baby Dance» – это настоящая семья, где, несмотря на возраст, раскрываются истинные таланты. Аня Шушакова, Нургиз Газимуллин, телеканал ЮТВ.